В начале концертной программы представительниц прекрасного пола поздравил заместитель главы администрации Матвеева-Курганского района Дмитрий Кондрашов. Дорогие наши женщины, я еще раз от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, мирного неба над головой, успехов, успехов во всем. Я желаю вам, чтобы каждая из вас была любима. Будьте счастливы. Замечательным подарком для всех присутствующих стали выступления творческих коллективов районного дома культуры. Я женщина, я самый звезд моем. Чем ближе к ним, тем больше риска. Когда глаза закрыты и близки, внизу гремит над небесом. Уже выучили, давайте со мной. А я по ней сяжу с ума. О Боже, как она нежна. Как жаль, она мне не